Это же блю? Блю? Блю. А тут он... Да. В наушниках у меня играет музыка. В автобусе тоже орёт музыка. На девочке. Сейчас пока ждали автобус, познакомилась еще с тебя уже с немцем познакомилась, с арабом познакомилась. Сейчас познакомилась, он говорит, я с Боснии, но живу сейчас в Швеции. А я говорю, почему? Он сказал, что пенсия выше Югославии, в Боснии плохая, очень маленькая, а в Швеции хорошая. Сколько у вас пенсия? И он мне написал 150 в рублях, получается 156 872 рубля. И я за год как раз столько и получаю. Он спросил, а ваша? Я сказала, вот, о, Россия так же, как Югославия, уже плохо. Рассказывает о том, что Паттайя была маленькой деревушкой, но так как это у нее очень хорошее расположение, она стала для туристов очень привлекательно. Поездка до Бангкока составляет 1,5 часа. Более 70% Паттайи. Туристы больше всего посещали Китай, Россия, Южная Корея и Германия. В 1956 году стала хорошо известна Паттайя, когда Отапау стала не так как аэропортом, а военной базой. А после того, как американцы ушли, я стала известна, стала быстро развиваться. Называется Тайская Ривьера. В 1978 году получила свое правление. Стали появляться отели, великолепные парки, рестораны, шоу. Паттайя состоит из 4 больших городов. Северный Паттайя, Центральная Паттайя, это второй отдел, Южная Паттайя, в которой Волкинг Стрит, в Северном Терминал, ночные клубы и Южный. Также на Южный пирс, где колонны. А четвертый район это над Чжоунцзян, 4 километра от Южного Чжоунцзян. Следующая остановка, вот он сейчас плавучий рынок Паттайи будет. Можно прогуляться по деревянным каналам, посмотреть все 4 региона. А где он, Флотинг Марк? А вон Тикер Марк. Тайгер Марк.
Плач, тикет. Тикет. Вот он. Поехали, какой-то кафе. Такое обалденное. Жалко, что я экономлю. Зарядку не сняла. Вообще. Классно. Следующая остановка у нас будет латексная фабрика. Там можете сойти, также погулять, выбрать себе матрас, подушки, все, что хотите, одеяло латексное. Если хотите, хочется, выходите, гуляйте. 5 минут. 5 минут. Пойду сфотографирую на 5 минут. Здравствуйте. Вот он, мужик. Я думала, он блюет. Стоит живой человек и блюет. А оказалось, что это добывают так латекс. Пять минут. Вот так вот они его добывают. И тут делается латекс. Здравствуйте. Такая фабрика. Все у них красиво. Такая латексная фабрика. Вы можете здесь и покушать, и походить, и посмотреть, и купить себе матрас с подушкой. 5 минут дал посмотреть тут. Ну, а я говорю, можно? Он говорит, 5 минут. На каждой остановке можно сейчас. Я вот на следующем в храме выйду, полтора часа, через полтора часа он меня заберет, и дальше до следующей доеду, выйду. Думаю, ему плохо. Такая вот фабрика. Вот, видите, стоит. Я думаю, плохо человеку. Думаю, ой, плохо. А он, оказывается, а он добывает.
А он латекс добывает. Латекс добывает, ага. Ну вот. Вы там слушаете, ага? Слушаете тоже, ага. Я тоже. Голуби. Наш автобус красивый. Можно матрас купить, подушку. Латекс? Латекс, да. Да. Велосипеды старинные. Ничего себе. Мне сейчас рассказали, что в Таиланде 45 тысяч храмов. 70% исповедуют буддизм. Я приехала в этот замечательный храм Батьян. Я хочу все надо, не обижать. Я хочу пойти. Так, сейчас я его обойду весь. Красота. Неимоверная. Какая здесь красота. Боже мой. Собачки. Ой, что-то с ножкой мой маленький. Заросший пруд. Ой, какая красота, лотосы расцвели. Мама, какая красота. Ты посмотри-ка, расцвели. Ты посмотри, не было. Господи. Как красиво! Расцвели! С ума сойти! А запах! Господи, как они пахнут! Кушинки эти! Ой-ой-ой-ой! Вы посмотрите, какие они красивые. Кто там плавает? Кто это? Ё-моё, это кто? Охренеть. Само, что ли? Красоте. Ой, плавают такие. Ой. Девочки в белом приехали помолиться. Раз. Два. Домики, где они живут.
Вот эти желтые, какие же они красивые. Лотосы. Видели? Там кто-то орет. Девочки читают молитву. Какая красота. Сюда, наверное, нельзя заходить. Сейчас. Босиком во всем белом. Там какой высокий храм. Я им не буду точно мешать. Ухоженно, все красиво. Птички поют. Автобусы стоят. Какая красота. Ой, дышать даже хорошо. Как дышать-то хорошо здесь, а? Воздух вообще. Воздух великолепный. Где вы еще попадете в такой, как в рай? Ой, Господи, как хорошо. Я, наверное, все-таки буддисткой родилась, а не христианкой. Почему мне все это нравится? Все это прям доставляет удовольствие душе. Тут какие-то домики жилые, кафешечки, видимо. Да, тут живут они. Успею я это. Собака злая. Успею я это. Эту красоту все засняли. Фу! Нельзя. Что ты лаешь? Видишь, какая красота. Туда нельзя ходить, что ли, ты имеешь в виду? Ладно, я не пойду. Нельзя, так нельзя. Че ты лаешь-то? Как дура. Дура, дура. Взяла, облаяла. Кормят таких больших, больших, здоровых рыб. Страшных животных. Которые, не знаю, любят вас или не любят. Везде какие-то построечки у них. Интересно. Везде. Построечки. Везде, смотрите, какие-то шишки валяются. Вот с этих деревьев. Вот такие шишки. Прорастут и все будут. Все деревья будут. Угу. Черные бабочки.
какие-то постройки хозяйственные, домики. Кто там живет, интересно. Листья, смотрите, опадают. Зима, вон они. Все завалено здоровыми листьями. У них тоже зима. Вот такая вот зима. Все теряет свой наряд, свой убор. Девочки, голову кто-то сломал. Черепаха. Пройду, не упаду? Надеюсь, нет. Мне покормить надо рыб для удачи, говорят. Вон она плюхается. Можно вот тут спуститься и покормить. А здесь-ка пройдусь по этой линии. Какой слоних, слоник. Бивни одного нет. Даже у них кто-то все это нарушает. Чего не понимаю. Господи, как красиво. Красота. Еще кто-то, кто еще? Не знаю, сейчас посмотрю. Кто же там в кустах еще спрятался? О, какая девушка. Лежит на берегу нимфа. Притаилась тут. Тут дракон черепаший. И девочки. Красиво, не могу. Да, вообще. Какая красота во всем. В таких мелочах. Разве это мелочь? Смотрите, какая здесь красота. Как живые сидят. Как живые. Сейчас я посмотрю. Собака.
тоже можете листик написать, донат, свечку купить, денежку положить. Осень, все всыпается, белочки бегают тут, вон она, какие цветочки еще есть, вот, еще другие, каких только нет. Ступа. Да, вот тут крематорий. Ой, как красиво. Там нельзя фотографироваться, снимать. Там сейчас прощание идет. Ой. Закрыто. Это дерево, смотрите, какая толщина, куда разрослось, вот все, все сожгли, вот я, вон какое дерево, вообще, закрыто, туда нельзя, почему-то. Фонтаны должны быть. Вон фрукт какой-то висит. И кокос. Не знаю какой. Thank you.
происходит какое-то посвящение, не буду мешать. Ходила. У них даже в дереве, боженька, зима. Савадика. Айс есть? Да. Айс.